дружище, в прошлом году здесь проходил кинофестиваль «Волшебный фонарь». Он был просто замечательный. Серьезно? Да, серьезно! Здравствуйте, мы на фестивале. Здравствуйте, какой еще фестиваль? Ну, «Волшебный фонарь». Деточка, какой еще «Волшебный фонарь»? Четвертый. Все, поехали. Поехали. Четвертый. Тот фестиваль был самый крутой. Там были крутые смешные мультики. И чуть-чуть даже трогательные. О, смотри, помнишь, я тебе показывал? Вот с этим котом я фотографировался. Третий. Волшебный. Ты же говорил про четвертый. Пошли. Слушай, снимай красиво. Ты же помнишь наш слоган? Как бы давай, как бы круто. О, нам сюда. Где зритель? Где жюри? Где фестиваль? Где мой сюжет? Не тот зал. Ты еще скажи, не тот город. Какая интересная вещица. Я синема, я свет волшебного фонаря. До сих пор я была невидимкой, но всеми цветами радуги сияла для зрителей фестиваля. Целых 3 года мы с вами были неразлучны, помните? Как хорошо было в прошлом году. Фестиваль, словно прекрасный цветок, расцветал на наших глазах. Но вирус скуки бродит среди людей. Жителям Земли стало неинтересно собираться вместе, труднее творить, радоваться. И волшебный фонарь начал тускнеть. Почему? Узнать это я прошу вас. Нам нужно спасти фестиваль. Послушайте, синема, у меня задание редакции. Снять сюжет про открытие фестиваля. Про спасательную операцию речи не было. Послушай, давай возьмем съемки прошлого года. Перепишем титры, ты там наговоришь новый текст, как будто фестиваль только открылся, а зрители, жюри и фонарь там и так на местах. Еще можно стендап сделать. Его еще можно около любой стены сделать. Ну да, а шум зрителей подложим на монтаж. Вы что? На грани гибели не только фестиваль, но и весь мир. Можно смонтировать 100 000 видеороликов, обмануть миллионы людей. Только себя не обманешь. Себя и вирус скуки. Синема, вы для фонаря слишком патетичны. Вот полюбуйтесь, что нас ожидает в ближайшем будущем, если мы не узнаем, почему гаснет фонарь.
Поэтому вперед, я отправляю вас в путешествие сквозь время и пространство, и вы найдете спасение для волшебного фонаря. Это все прекрасно, но у меня смена до 5. Вы оказались здесь не случайно. Это ваша миссия. Миссия по спасению от волшебного фонаря.